Классы являются изюминкой нашей прекрасной игры. Правильное использование класса во время боя – это однозначно залог успеха. Поэтому сегодня мы поговорим с вами про такой класс, как шутник. Всем здорово, мужики! Обнова принесла глобальный ребаланс классов в Call of Duty Mobile. И многие из них лишились старых фич, но приобрели новые и заиграли другими красками. Шутник как раз таки и стал одним из таких классов. Раньше у шутника был пассивный навык. Он слышал шаги врагов лучше, чем остальные классы. И в теории он должен был слышать улучшенного ниндзя. Но это не точно. Так вот, вдобавок к этому, он позволял и своей команде тоже слышать шаги противников лучше. По сути, наличие шутника в команде давало неплохой такой баф ей. Но сейчас эту возможность у шутника отобрали, и вместо этого теперь после использования навыка он получает дополнительное ускорение. Проблема в том, что его основная способность — это создание двух клонов и ускорение после использования навыка. Получается, теперь шутник ускоряется в два раза быстрее. И именно это делает его самым лучшим классом в Call of Duty Mobile. В close fight. Да, его основная фича именно ускорение. На нем шутник превращается в Соника Илла, который за секунду просто телепортируется из одного места в другое. И поделать ты с этим практически ничего не можешь. Мало того, что он ускоряется, он еще и выпускает двух своих клонов, которые вводят противника в смуту. Практически все на данный момент берут шутника из-за его ускорения. Но сегодня я вам расскажу и другие моменты, которые я не так часто замечаю у игроков, которые играют на шутнике. Это видео будет полезно не только на новичкам, но я думаю и опытные игроки смогут подметить для себя какие-то моменты. Приготовьтесь внимательно слушать и не забывайте следить за геймплеем с шутником, который будет сопровождать мою болтовню на протяжении всего видео. Приятного вам просмотра. Но перед этим я хочу порекомендовать вам магазин CP в телеграм-канале CP Донатер. Тебе нужен боевой пропуск? Пожалуйста. Тебе нужна валюта для того, чтобы прокрутить рулетки? Пожалуйста. А может быть тебе нужен новенький индийский аккаунт, на котором цены в два раза ниже, чем на твоем? Серега со своей командой и это может сделать. В общем, переходи скорее по ссылке в закрепленном комментарии и знай, что Ромчик плохого никогда не посоветует. Как мы уже выяснили, ускорение — это главная фишка нынешнего шутника. В клоузе при использовании навыка вам просто нету равных. Когда вы используете навык, сразу старайтесь переместиться в сторону от противника, либо подкатом, либо своеобразным мансом вправо или влево. Ваш противник просто не успеет среагировать и половину своей обоймы он точно пустит в молоко. Ну а если же это дробаш, то таким образом можно спокойно разрывать с ним дистанцию. Также это ускорение можно использовать для тактического отхода. Например, когда вас пушит фулочка, а вы в этот момент находитесь в опене, и вам нужно срочно оттуда слинять за укрытие. Или же, когда вы стреляете по противнику, откуда ни возьмись, по вам начинает зажимать другой. Очень много раз сталкивался с таким, и шутник реально спасал. Либо же наоборот, для того, чтобы догнать убегающего противника, или сократить дистанцию в максимально короткие сроки. Но на самом деле старайтесь использовать шутника по надобности, потому что перезарядка класса у него достаточно долгая. Без улучшения класс перезаряжается целых 40 секунд, а ускорение после использования работает примерно 5-6 секунд. С улучшением же класс кадешится за 35, а ускорение работает уже целых 10. Она на самом деле очень спасает, особенно когда у вас в упоре фулочка. Но многие забывают про клонов, которые добавляют еще больше имбовости шутнику. Я знаю, что среди вас очень много людей, у которых реакция плюс 100-500, и они сразу понимают, где шутник, а где реальный противник. Но на практике, когда перед тобой человек использует клонов, минимум секунду нужно будет потратить для того, чтобы найти нужного противника и начать по нему стрелять. Пока враг будет вас искать, вы простым зажимом отправите его в лобби. Также не стоит забывать, что его тиммейты тоже могут отвлечься на ваших шутников. И на самом деле, поиграв в паблик с шутником, я понял, что в close fight'е эти самые клоны очень полезны, и в процентах 90 противники отвлекаются на них, что дает нам колоссальное преимущество. Также этих клонов можно использовать для приманки. Представим ситуацию, что вы видите своего врага, а по вам нету абсолютно никакой информации. Вы просто используете класс, тем самым выпуская ваших личных сканеров. Противник начинает стрелять, думая, что это вы, а в этот момент вы выходите из-за укрытия и небольшим спрейчиком отправляете мамонта спать. Я не знаю почему, но именно этой фичей пользуется очень малое количество людей. Мужики, не забывайте про своих шутников. Да, скорость — это самая главная фишка этого класса на данный момент. Потому что такой скорости нету ни у одного из классов. Но не стоит забывать про дополнительные способности и стараться реализовывать свой класс на максимум. Чуть не забыл поговорить про основную ошибку, с которой я сталкивался, когда против меня был неопытный игрок на шутнике. Никогда после использования шутника не оставайтесь на месте. Обнаружить вас не то что не будет проблемой, для этого даже ничего не понадобится, потому что вы просто используете свой класс впустую. Шутник однозначно подойдет для тех, кто любит активный геймплей, особенно с ппшечкой или обрезиком. На данный момент этот класс является лично для меня топ-2
два класса для соло-игры. Но опять же таки, в отличие от той же перемотки, с которой у меня бесконечная любовь, шутника отлично можно реализовывать в командной игре. И тут самой главной фичей уже будет являться не ваше ускорение, а как раз таки ваши шутники, которые будут байтить противников и давать вашим тиммейтам абсолютный карт-бланш. В общем, мужики, я постарался уместить в этот ролик максимум информации. Но сделал это так, чтобы после просмотра вы не забыли все мои советы, а реально в ваших головах спроектировались ситуации, в которых вы можете оказаться. Я очень надеюсь на ваш фидбэк в комментариях. Обязательно пишите, какой класс разобрать в следующем. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте прожимать жирный мужской палец вверх. И мы обязательно с вами скоро услышимся. Пока. Вот сука. Oh, but, stop falling your mouth. Пока.